Всем добрый день. Иду на новую почту. Заказала в Инстаграме какие-то жутко полезные чаи. Иду сейчас забирать, а потом приду домой и вам покажу, что же это за чаечки такие. Если кому будет интересно, дам ссылочку. Так что, ну вот уже пришла, а потом пойду за Дениской. Вот новая почта моя. Иду я уже за Дениской в школу, подхожу в школе, пришла еще раненько, зашла погуляла в магазине, ну, какие ж прогулки без покупки, купила себе вот зеленушечку купила и там одна где-то авокадинка купила себе, вот, и иду уже в школу. У меня сейчас хорошо, как раз возле школы недалеко хороший, это даже большой супермаркет, поэтому я немножко раньше выхожу, захожу, куплю все, что себе надо и убиваю, так сказать, одним махом двух зайцев. И деньги забираю, и в магазин сходила. Вот иду в школу. Я уже пришла домой, забрала Дениску, забрала вот эти чаечки, которые я вам говорила, что я заказывала. Вот такой вот чай заказывала, снежный лотос. Видите, тут цветочки прям такие вот лотоса. И вот такой заказала Кассиатора, называется чай. Видите, он какой? Это вообще-то китайские кофейные бобы. Вот, сейчас немножко расскажу. От чего, для чего и от чего какой чаек. Значит, этот закрытый. Сейчас я пока открою. Вот, и расскажу. Значит, вот этот Кассиатора. Он предназначен для вывода из организма шлаков. Также для улучшения кровяного давления, для снижения и для и уменьшения уровня холестерина. Вот вам покажу, какой он. А также улучшение зрения и поддержки печени. Знаете, он даже немножко пахнет кофе. И вообще-то, как написано, что он имеет легкий кофейный вкус. И его, значит, заваривать надо 1-2 чайных ложечки на 250 мл воды на 3-5 минут. И можно заваривать вот до 5-6 раз, вот столько раз, сколько он имеет кофейный оттенок. И нельзя, чтобы он в чашке стоял без, как говорится, ну, без воды. Его можно так вот слил, выпил и опять залил, и пусть настаивается. Вот такой вот. Ну, попробую, не знаю, как бы все-таки это, ну, как чай-чай себе. Вот. И вот такой вот снежный лотос. Вот, снежный лотос тоже. Он предназначен для укрепления и питания костного мозга. Видите, какие цветочки красивые. Также для питания эндокринной системы, чистка крови и тоже укрепление. Это открываю и укрепление печени. Сейчас понюхаем, чем этот пахнет. Боже, как этот пахнет, у него такой аромат шикарный, он жасмином или чем-то таким, вот очень-очень вкусно пахнет. Попробую потом чаечек, напишу вам еще, как он на вкус. Он тоже заваривается, вот 6-7 вот таких вот бутончиков, это цветочки прям, вот видите, такие вот, вот. Они, наверное, завариваются, увеличиваются, и на чашку воды. Попробую, потом расскажу, как и что. Так что вот такие чаечки.
Кому надо, говорите, кину ссылочку. Это я в Инстаграме заказывала. Так что будем пить, попробуем.